Первый мне было лет, наверное, 14 или 15, а вторую лет 20, наверное. Но первая совсем глупая какая-то, я не пою, поэтому. Потом обойдется второй. Ну, в общем, песня про то, как парень убил девушку. В пятницу вечером самая классная тема, да, для песни. Это, конечно, не по-настоящему все было, а не то, что вы подумали. Ну и, конечно же, эта песня не про меня. Закончилось на следующий день, к сожалению. Теперь я сижу на кухне, спокойно поливаю растения. И CD-плееры, которые день не вылезают от релиза Нирваны. Но я забуду про все, несмотря на то, что за окном было темно. Несмотря на то, что мы здесь вечером смотрели кино. Несмотря на то, что я делал то, что нравилось тебе. Я расставил точки над «и», я весь правильный парень. Я оставил пулю в твоей голове. Надо бросить тебя до дома. Ты ведь вряд ли сама дойдешь. А если встретим по пути знакомых? Ну ладно, ты ведь рядом живешь. Я не говорю тебе ни слова. Не услышишь, все равно не поймешь. Стеклянные будни начинаются снова. Только больше не бросай в дрожь. И половина рассказа. Но надо бродить тебя до дома. Ты вряд ли сама дойдешь. А если встретим по пути знакомых? Ну ладно, ты ведь рядом живешь. Я не говорю тебе ни слова. Не услышишь, все равно не поймешь. Стеклянные будни начинаются снова. Только больше не бросай в дрожь. Только больше не бросай. Лучше проводить тебя до дома. Ты ведь вряд ли сама дойдешь. А если встретим по пути знакомых? Ну и ладно, ты ведь рядом. Я не говорю тебе ни слова. Не услышишь, все равно не поймешь. Стеклянные будни начинаются снова. Только больше не бросаем по традиции, по сегодняшней случайной традиции, сейчас будет кавер.